Ивановская федерация КУДО готовится принимать гостей. 1 апреля в спорткомплексе «Олимпия» для родителей и детей организуют день открытых дверей, где можно будет узнать все об этом виде спорта и пообщаться с тренерами. Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный. Ивановская школа КУДО известна своими победами. Быть может, именно в этот день начнется история нового поколения чемпионов. Хотя, конечно, многое будет зависеть и от самого юного спортсмена. Понадобится желание, усердие и время. Минимум 2 года, потому что в любом случае формируется и характер, и опыт. Просто так на сегодняшний день КУДО динамично развивается, поэтому надо быть профессионалом и в борьбе, и в ударной технике. То есть, поэтому для того, чтобы вот оба таких качества иметь, надо трудиться и там не месяц, не полгода. Ну, на это уходит год у кого-то. Там бывает куда-то там 5 лет, 3 года, там как выстреливают. Но, как я говорю, это накопительная система. У кого она раньше выстреливает, у кого-то позже. Поэтому загадать трудно.